Так, нефтегаз принадлежит только чиновникам. В России по факту, да, это так. Хотя, вот я много раз уже рассказывал, да, там в России, допустим, в России организовать безусловный базовый доход легко. Раздайте всем акции. Акции «Газпрома», «Роснефти». А вот механика банально простая. Каждый год просто обнуляем, берем количество людей. Вот у нас граждан столько-то, акций столько-то. Просто обновляем данные, сколько стоит акция. И обновляем количество людей. То есть нельзя их передавать по наследству, не надо ничего такого делать. Вот есть человек, есть закрытый год либо квартал, и акция стоит столько-то. И совершаем выплату. Все, точка. Это чисто технически можно реализовать в течение там 2-3 недель. Вот, и все выплачивают безусловный базовый доход. Вместо этого мы имеем всяких Миллеров, Ротенбергов, всяких Сеченых. Вот Сечин, кто-то там посчитал, короче, чувак зарабатывает 5 миллионов рублей в день. В день. Это абсолютно, ну, жить сколько в долларах? 10, 100 штук баксов? Господи, это вообще запредельные цифры.